самый прикольный. Тут горы кругом. Агентство туризма. Столики под окном. Балкон такой вот небольшой. Комната так себе. Да, Ирусик? Привет. На 3 с плюсом. Ну да. Стены не выровненные, обои, вот я не пойму. Либо они выгорели, либо они такие есть. Да. Сортир такой. Вот такой вот. Душевая кабина. Унитаз. Ну, короче, сантехника вся на грани фантастики, то есть, ну, практически на последнем издыхании. Такое ощущение, что как будто бы они больше не собираются работать. Ну, и курить в номере нельзя, а на балконе можно. Конечно, в номере нельзя. За курение в номере 100 турецких лир штраф. Ну, короче, курим. Слушай, а вы думали, что это копейка? Я тоже с окна думал, что это копейка. Это ж настоящий фиат. Офигеть. Это просто фиат. Вот мы в Турции сейчас. Мы будем пробовать снимать деньги. Вот наш отель. Карточка у нас рублевая, да, виза рублевая. Сейчас посмотрим, что нам тут выдадут. Лиры или доллары есть? Что-то считают. Денежки какие-то выдали. 20 лир. 20 лир, сколько это денег? Ну, одна лира где-то 20 с чем-то рублей. 20 рублей? 10 лир 200, ну, в общем, на 400 рублей где-то. На сигаретки, да? Местные орлы. Ты кукарекаешь по утрам-то, а? Жанна. Привет, друзья, с турецкого берега, поселка Бельдиби. Отдыхаем, красота, кайфуем. Вот горы, вот соломенная или пальмовая крыша. Вести трансляцию в ВК. Ну что здесь радует, это одно, это море. Чистое, хорошее. Пирс прикольный. Ну и вид прикольный. А отель? Ну а что отель? Просто поспать. Мы едем тратить деньги. Мы кучу денег взяли с собой, сейчас все там оставим. У нас подарим. 3 валюты, рубли оставили. Здесь они не нужны, турецкие лиры, евро и доллар. Я не взял кошелек. А я взяла евро. Ну ладно. А ты коин-то взял? Коин-то? Копится, коин-то. Коин-то что? Биткоины копятся. Прикиньте, турецкая Маша и медведь. Прикольно. А. Ну что, купила шубку за 12 тысяч евро? 840 тысяч рублей. Пальтишко. Охренели, что ли? Да, с нашими доходами, но все равно 840 тысяч для пальто. Я гардероб меняю раз в полгода, ну,
пальто, может, 2 года отношу и новое куплю. Но не за такие цены.